Всем привет-привет! Вы на канале Вот ГСН, и на ваших экранах новая рулетка, которую выложили разработчики. Очередная рулетка с кастомизацией. В данном случае главный приз — это фон профиля горнила. И, честно говоря, данный фон профиля смотрится довольно классно. Мне, честно говоря, нравится. Довольно стильно. Единственное, что вопрос остается открытым, а стоит ли его себе брать за полную стоимость всех этих прокрутов. Если вы посмотрите на вероятность выпадения всего этого, то фон профиля горнила выпадает с вероятностью 0.06. Чуть хуже, чем тот же самый Tesseract. Но я, честно говоря, не знаю, стоят ли все эти вещи того, чтобы на них тратить голду. Полную стоимость всех прокрутов на данный момент по технической причине посмотреть я лично не могу. Пишите в комментариях, если у вас данная информация. Я со своей стороны с разработчиками уже связался и бросил им инфу по поводу того, что где-то что-то пошло не так. Я думаю, что в ближайшее время поправят. А уж тем более, я думаю, что это очень важно в случае, если я не один такой. Что же касается всех этих призов. Я, честно говоря, в рулетке в принципе не сильно верю, мне больше нравится покупать из магазина то, что я вижу там своими глазами. То есть просто берешь, переходишь в магазин и покупаешь себе то, что тебе хочется. Если ты хочешь приобрести себе, допустим, тот же самый контейнер с кастомизацией, то возможно гораздо проще взять и просто купить его за 250 голды. Но это мое скромное мнение, возможно, я не прав. То же самое касается и многих других вещей. Ну, допустим, тот же самый аватарчик, анимированный пускай, но все же... Есть варианты другие, есть варианты получения аватаров, покупая какие-то наборы с танчиками. Короче говоря, я за то, чтобы просто брать свою голду и покупать в магазине то, что тебе действительно нужно. Здесь же больше интерес для тех, кто любит повращать рулетки, кто любит пощекотать себе нервы, ну и кому нравятся в принципе розыгрыши. Кстати, ребят, если вы за честные розыгрыши, подписывайтесь на канал, ставьте лайкосы и принимайте участие в розыгрыше на моем канале, который состоится в очередную субботу, которая нас ждет. Там будет разыгрыш боевой пропуск на Battle Pass этого месяца. В описании под данным видео вы найдете ссылочку, где сможете посмотреть, каким образом происходит розыгрыш и что для этого необходимо. Для начала необходимо подписаться, поставить лайкос, написать комментарий, в котором указать свой никнейм в игре. Что касается всего остального, из того, что мне лично здесь заходит, я бы, честно говоря, фон профиля не рассматривал как самое ценное. Мне, допустим, нравится больше вот этот вот обвесик. Я не знаю, ребят, кому как, но обвес в любом случае гораздо интереснее, чем то, что будет на фоне вашего профиля, потому что фон вашего профиля видят, как правило, только те, кто заходят на него посмотреть. Ну а обвес, ребят, любой обвес, его видят изначально все в игре. Поэтому, друзья мои, крутить не крутить, здесь решать вам. И стоит ли оно все того, чтобы сливать сюда свою голду, опять-таки решение будет за вами. Любитель вы или не любитель таких приключений. Я ради интереса пару раз крутну, но больше чем уверен, что ничего интересного из этого всего мне не выпадет. На какой-то определенной сумме я однозначно остановлюсь, ну просто потому что не хочу тратить голду. Ну вот сейчас мне, допустим, 750 осколков обошлись в 20 золота. Выгодно, невыгодно, бог его знает, но в любом случае я себе уже в магазине за 750 вот этих вот кристаллов я уже могу себе взять тот же самый контейнер с кастомизацией. Поскольку контейнер с кастомизацией, ребят, кто не знает, вы можете купить не только за 250 золота, но и ровно за 750 условных единиц кристаллов. Поэтому я, честно говоря, не знаю, имеет ли смысл покупать данный контейнер конкретно за золото. Сейчас откроем контейнер с кастомизацией, посмотрим, что оттуда выпадет. Вообще, выгодно, невыгодно, интересно, нет. Аватар выпал, причем грозный носорог, ни вашим, ни нашим. Я как-то кайфа, честно говоря, пока не ощутил от данной рулетки, ну просто потому что пока из нее ничего толкового не выбил. Крутим дальше, тратим 30 голды, смотрим, что сейчас еще раз упадет. Так, и мне выпадает. Да ладно. Ну да, вот так вот получается. Сейчас я получаю вообще 50 осколков, вообще ни о чем. Крутим за 50 голды. Того мы уже слили с вами 100 золота. За 100 золота получили 800 осколков. И плюс еще огнегарпун. Вот здесь уже интересно, вопросов нет. Теперь смотрим по поводу того, как выросли мои шансы и на что. Если говорить о фоне профиля, то он вырос с 0.06 до 0.09. Сильно ли поднялся? Ну, я бы так не сказал. Дальше есть варианты получить Кама, анимированный аватар, который мне, честно говоря, не нравится, не под мой вкус абсолютно. Есть контейнер с аватаром, который тоже меня не интересует, и контейнер с кастомизацией. Скорее всего, сейчас прокрутив, я получу либо один, либо
во второй контейнер. Ну а там дальше буду думать, крутить или нет. Трачу 75 голды. И за 75 золота нам выпадает... Ну давай, фон профиля упади, я тогда вообще буду смеяться очень сильно. Мне выпадает контейнер с кастомизацией. Забираем контейнер. Контейнер с кастомизацией мы уже открывали. Откроем сейчас тот, который выпал уже... непосредственно из самой рулеточки. Мне крайне интересно, что оттуда, в принципе, будет выпадать. И стоит ли затея того. Вообще, самое обидное, что если сейчас что-то годное будет... Нет, не будет. Вот и все хорошо. Единственное, куда вот этот аватар подходит, это если вдруг вы его поставите себе в момент, когда, имея Конора Гневного в своем ангаре, будете на нем выкатываться. На все же остальные случаи жизни, мне кажется, аватары есть гораздо симпатичнее. Ну что, крутим еще за 100 голды. Я думаю, что на этом я буду останавливаться, потому что дальнейшее, ну, не имеет никакого смысла. Да и, в принципе, призов здесь каких-то таких вау-вау я не вижу. Опять получаю 50 осколков за 100 единиц золота. Дорого? Да, ребят, дорого. Реально, очень дорого. Я не думаю, что эта затея имеет смысл. Но, кроме как, если вам, ну, прям очень сильно надо какой-нибудь из этих обвесов, или нужен очень кровизносу конкретно фон профиля горнила, ну, тогда крутите. А всем остальным я остро рекомендую, берите свою голду, тратьте ее с умом, знайте ей цену, заходите в магазин и покупайте то, что там есть, когда вы видите, что конкретно в руки за эти деньги вы возьмете. А на данный момент у меня все. Всех благ, всего хорошего, всех жду на своем канале. Ну и кто за честность, обязательно подписывайтесь. Мира вам, друзья мои, и обязательно спокойствия. Пока-пока!